Вы находитесь в селе Чакристави. Это буферная зона входит в состав национального парка Пирала. Национальный парк получил название по названию горы. На грузинском языке слово Пирала обозначает «плачущая гора». Вот здесь рядом находится. В 2007 году в целях защиты биоразнообразия реликтовых лесов Южной Колхиды и развития экотуризма был создан национальный парк Пирала. Расположился парк в юго-западной части Малого Кавказского хребта. Его площадь почти 1650 гектаров охватывает три муниципалитета Аджары – Кабулецкий, Хелвачарский, Тецкий. Это место отличается очень высоким уровнем годовой нормы осадков. На территории бывшего Советского Союза, даже в Восточной Европе, занимает первое место по количеству осадков. Флора, фауна очень богаты. Растительный и животный мир обилен и разнообразен. Посмотреть просто, как он внутри выглядит. Там будет... Он пахнет йодом, и там внутри мягенькая скорлупка должна быть. Ну вот, да. Ну вот он еще. Ну да, йодом пахнет. Чуть-чуть. Как авокадо. Теперь стало это не съедобно. Орех вот это. Это орех, но он еще это самое. Короче. Ну вот это высохнет. Ну да, да, да. А это омозгится. Да. Омозгится. А это она станет похожим на мозга. Смотрите, вот тоже. Шипы. Не то, что колючки, а прям шипы. Нам не туда, я просто пошел снять вид.
Сначала на водопад предлагаю пойти, потом на озеро. А где водопад? Там? Направо. Да. Ну, сначала на озеро? Нет, там подъем, а там спуск. Сколько там? 1,5 километра? Ну, у меня показывает 976 метров даже. Как вы оцениваете сложность? Долго там что-то водопад? Да. Да. 200 метров? 200 метров. Мы идем всего полчаса. 33 минуты, если быть точным. Не об этом. Все пройдет. Да, очень круто. Это тоже пройдет. Наверное, это какие-то знаменитые ползучие деревья. Лианы, наверное, такие. Мы об этом. О, сменился воздух. Чуть-чуть свежее стало. Вот эта арка вообще потрясающая. Вот эти вот прикольные, это типа лианы, да, густые такие? Заросли. Классно. Нет, да? Лиана это то, что сверху растет, а это дерево. Не обвивает это. Обивает, да, 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 да. Это же не дерево, а мохнатое, это его. Да, да. Ну, круто. На обратном пути надо сфоткать меня в той арке. Вы шаги вопрос, считаете? Куда мы пойдем пожрать? Ну, когда после озера уже. Куда? У нас есть перекус. А небольшой. У вас есть перекус? У нас нет перекуса. А у нас есть перекус, знаете? Что? Но небольшой. Не говори им, не говори. А, ну это потом найду. Черный господин. Да, да, да. Не, он наоборот, он раб. Раб? Я не так осведомлен.
По 7 секунд. Thank you.
более лютая. Я поняла. Ну хотя нет, не сильно. С цепями, да. Она соблюдает правила движения. У них отдельные выходы у всех. На первом этаже. Как нога? Бутылку поймай. Да все нормально. Нет.